Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И сегодня я хотел бы рассказать о монстре, которого все боятся, который все описывают в интернете просто как лохотрон, пирамидище, просто такая монстрячая такая организация, которая вас вовлекает, которая выкачивает из вас деньги. Дорогие товарищи, дорогие друзья. Сегодня разговор пойдет о фирме NL International. NL International уже 16 лет на рынке, и 16 лет они производят товары. Сейчас я буду показывать, что это за товары. Причем с учетом того, что мы пользуемся, мы получаем свой кэшбэк, то есть возврат средств. И на этот кэшбэк можем покупать еще дополнительные там товары, те же самые. И в этом бизнесе можно участвовать, а можно просто приобретать товары. Вот смотрите, вот такой вот прекрасный шампунь. Пользуется моя жена Ирина им. Мы купили, мы пользуемся этот вот, вот этим шампунем. Она просто пищит от счастья. Есть твердый дезодорант. Сразу скажу, пользуемся мы им вдвоем. Он без запаха, и запаха в течение дня вообще нет. То есть, если есть какими-то отдушками, с какими-то еще там запахами, которые вам не нравятся, этот без запаха, вот этот дезодорант, вот как раз, он предназначен именно для всех. Пошли дальше. Гель для душа, которые вы тоже покупаете в сетевых магазинах, в Пятерочках, в Магнитах, в Ашанах и во всех остальных. То есть, вот, пользуясь этим гелем, он намного лучше, намного гуще, чем продается. Вот, я уже сравнивал. Очень хороший гель для душа, это для мужчин. Так, что еще? Вот такая жидкость, чтобы с наночастицами, с экосредств с содержанием наночастиц для деликатного ухода за очками и мониторами. Скорее всего, многие из вас покупают салфетки для протирать мониторы компьютеров, протирать телевизоры свои, очень модные очки. Вот, могу сказать одно, что очки не потеют после обработки вот этим средством. Ну, все проверено, то есть все товары мы опробовали на себе. Пойдем дальше. Вот такой гель для стирки, который использует каждая хозяйка. Не скажу, что он дорогой, он тоже супер концентрированный, и вот этой бутылки вам хватит достаточно на многие срок, и мы больше не стираем стиральным порошком. То есть можете зайти, ссылочка на магазин будет под этим видео, и ознакомиться. Он с каким-то, сейчас скажу, на основе мыльных орехов, мыльного корня и сахарных паф. Все, больше здесь ничего нет. Если кто аллергики там или еще какие-то больные, то есть которые не переносят запах, которые аллергии на все, вот это средство вам поможет. Идем дальше. Это у нас дезодорант, спрей для обуви. Страдал такой проблемой, что моя обувь постоянно пахла. Ну, шел запах неприятный, когда и летом, и осенью, и зимой. То есть, когда вы ходите. Этой причиной это вот это микробы и грибок. Я сбрызнул свою обувь один раз. Обувь не пахнет. Она больше не пахнет. Можно верить, можно не верить, но она не пахнет. Вот спрей для ног. Такая же проблема, когда ноги просто воняют, когда вы снимаете свои носки там и просто невозможно находиться в комнате. Вот этот спрей для ног очень помогает. То есть вот вместе вот с этим, вот с этой штукой, если вы купите в комплекте, вы забудете об этой проблеме. Что такое, когда пахнут ноги? Поехали дальше. Обычные средства. Вот здесь я покупал себе чай. Называется он джентльмен. Это фиточаи. То есть это для мужского здоровья.
То есть здесь все даже написано. Чайный напиток джентльмен – это сила здорового. Сила и здоровье мужчины. Красный корень, сосновые почки, дягель, кипрей оказывают мощное противовоспалительное, иммуностимулирующее действие. Морали – корень издавна использовался на Тибете и Алтае для восстановления энергии. А в Монголии во время свадебной церемонии его дарят молодым супругам, чтобы у них было многочисленное крепкое потомство. У меня, поверьте, у меня все нормально. Но профилактика нужна. Еще один чай, который называется прана. Этот чай тоже я купил. Для чего он нужен? Он нужен для очищения легких. То есть вы дышите, вы ходите по улице, вы дышите выхлопными газами, вы курите, вы вдыхаете, я не знаю, дым. Вот чтобы вы очистить свои легкие, вы можете воспользоваться этим чаем. Это я сразу скажу, что у нас не вся продукция. Мы перепробуем всю продукцию и пробуем мы это на себе. И это работает, поверьте, работает это все. То есть, если у кого-то какие-то проблемы, причем там есть фиточаи, которые действуют непосредственно на определенный участок человеческого организма. То есть что-то вычищает почки, что-то для суставов. Вот, кстати, в подарок скоро я еду в гости к своей маме и буду заказывать ей чай, потому что у нее болят суставы. И потом мы просто запишем с ней видео, помогло ей или нет, через какое-то время. Ну и основная продукция — это вот такие вот коктейли Energy Diet Smart. Многие думают, что эти коктейли для похудания. Да, есть вот такая система. Если кто-то хочет похудеть, вот есть здесь вот такая памятка, в которой вы можете прочитать, как похудеть. Реально тоже работает. Уже скинул буквально там за неделю, за первую неделю я скинул около 2 килограмм. Потом мы уехали в отпуск в Турцию, на все включено. Приехал, я удивился, то есть вес мой не поменялся. Да, я прервал свою там вот эту диету как таковую, но мы сейчас продолжаем действовать дальше. То есть вот пакетики, там 15 пакетиков. И поверьте, что это тоже работает. Вот буду снимать видео дальше. Это работает. То есть можно похудеть, а можно использовать просто как еду. То есть после комплекса вот этих средств, то есть вот этого коктейля, вот после этого коктейля, когда вы похудеете, его можно использовать как просто еду. То есть им можно заменять либо завтрак, либо ужин. И это стоит намного дешевле это стоит того, что вы употребляете, когда ходите в магазин за продуктами. И смотрите, вот, например, если вам утром абсолютно некогда готовить, то есть вы берете этот пакетик, берете 200 грамм молока 1,5%, и вам этого хватит на 3-4 часа. То есть, если вы не собираетесь худеть, если вы не толстый, но у вас активный образ жизни, вам эти коктейли просто жизненно необходимы. С учетом того, что вкусов там достаточно много. То есть есть там коробка, которая называется микс, там 5 вкусов. Но на сайте вы найдете вкус по своему желанию. Вот я сегодня пробовал коктейль, называется шоколадный мусс. Вот буквально за 10 минут до записи этого видео. На вкус, как вот если кто-то из 80-х, 90-х годов, на вкус он как шоколадный пломбир вот тогда, вот когда в детстве он был. С учетом того, что здесь, вот в этих коробках, здесь нет никакой химии. То есть вы можете также зайти на сайт, ссылка будет под этим видео, и почитать, из чего состоят эти коктейли. Хочу еще обратиться к тем, кто пишет видео, говорит, что это комбикорм, и другие это поддерживают. Ребята, сначала попробуйте сами, потом
записывайте свои видео. Говноблогеров на Ютубе хватает. Что еще хотел сказать? Если вы хотите просто попробовать вот эту продукцию, либо вот эту продукцию, ссылка будет на магазин. То есть ссылка под этим видео будет на магазин. Вы можете зайти, попробовать, а потом составить свое мнение. Прежде чем писать там какие-то плохие комментарии или непонятные комментарии. Я вас абсолютно не агитирую пользоваться этой продукцией, но эта продукция мне нравится. Все, и с каждым днем все больше и больше. И с учетом того, что я буду записывать видео, как я худею вот на этой штуке, и как я пользуюсь вот этими всеми продуктами, поверьте, вы не сэкономите. Вы, если решите попробовать, вы никогда уже не откажетесь от продукции NL International. Вот. С другой стороны, если вы решите заняться этим бизнесом, в этом тоже нет ничего проблематичного. То есть вы пользуетесь продукцией и предлагаете ее людям. То есть ссылка на регистрацию менеджером будет тоже под этим видео. Вы пользуетесь и советуете. Делайте те же самые действия, что и в обычной жизни. Сходили куда-то в Пятерочку, купили там какой-то порошок, соседки посоветовали. Это сетевой маркетинг. То есть вы, не зная того, вы занимаетесь сетевым маркетингом. То есть девушки советуют салоны красоты, парни советуют станции СТО, там бабушки советуют, где, в какой магазин сходить. И уже большая часть уже сделала себе просто дополнительный доход именно на продукции NL International. Если вам не нужны первоначально, за первый месяц можно заработать 15 тысяч рублей, если вам они не нужны, можете не регистрироваться по ссылкам, но продукцию, которую вот вы можете перейти по ссылке, которая будет под этим видео, в магазин, продукцию я рекомендую попробовать. То есть не понравится, много вы не потеряете. И с учетом того, что 350 городов по всему миру, ну, по России и ближнему зарубежью, и дальнему зарубежью уже, потому что эта линейка и магазин сотрудничает и во Франции, и в Финляндии, в Эстонии. Ну, практически скоро захватит вот эта продукция весь мир. И Head & Shoulders не будет шампунем номер один. Будет шампунем номер один. Шампунь от NL International. На этом заканчиваю. Думайте сами, решайте сами. Всем привет!